В это непростое время, когда привычная жизнь для нас остановилась, когда приходится отложить визит к родным, встречу с друзьями, когда надо задумываться о рукопожатии с коллегами. Мы говорим, как неудобно, скучно и тревожно стало вокруг. Жалуемся, грустим и злимся. За своими проблемами мы забываем о тех, кому сейчас гораздо труднее. О людях, которые борются за наши жизни и здоровье каждый день и каждую минуту, часто рискуя своим здоровьем и своей жизнью. Мы хотим выразить огромную благодарность врачам, медсестрам, водителям скорых. Спасибо вам за то, что самоотверженно делаете свою работу ради нас всех. Для того, чтобы мы снова могли безопасно выйти на улицу с нашими семьями, навестить бабушек и дедушек, сходить в парк на прогулку, обнять при встрече старых знакомых. Чтобы мы снова смогли выйти на лед, увидеть наших болельщиков на трибунах, сыграть для них и разделить радость победы. Спасибо тем, кто остается дома, бережет жизнь других и дает возможность врачам оказывать помощь нуждающимся. Мы обязательно встретимся на хоккее.